Известна судьба Медведева. Ее решили быстро. Бывший президент России Дмитрий Медведев может стать пожизненным сенатором, сообщает ИА-Дейта.ру со ссылкой на Коммерсант. О том, что экс-руководитель государства после принятия поправок к закону о порядке формирования Совета Федерации получит возможность обзавестись постоянной должностью, заявил спикер Верховной Палаты Российского парламента Валентина Матвиенко. При этом глава Совфеда заявила о том, что автоматически назначить Медведева пожизненным сенатором не получится. Он имеет право отказаться от этой привилегии. Закон лишь предусматривает для него такую возможность, но не налагает на него обязанности, подчеркнула Матвиенко. Ранее стало известно, что среди поправок в Конституцию, принятых на всероссийском голосовании 1 июля, была и статья, касающаяся изменений в части института пожизненного сенаторства. Этот закон коснется любого человека, который когда-либо занимал должность президента России,